Добрый день, коллеги! Сегодня я нахожусь в хозяйстве Alma Production. В очередной раз отбираю образцы листьев с целью оценить разлет спор и угрозу заражения паршой. Неделю назад разлет спор на контроле составил 6,5%. Было 3 дня дождей, за которые выпало 28,3 мм осадков. Нами принято решение в сложившихся условиях на опытном участке Сингента применить Мировис. На этом участке несколько дней назад мы провели обработку новым фунгицидом под названием Мировис. И в день обработки, когда мы это сделали, мы здесь на побеге повесили такие ленточки на побег для того, чтобы нам с вами оценить, а сколько же листьев нарастет после обработки, и чтобы было понятно, какие листья уже не попали под обработку и вообще до появления симптомов. То есть оценить эффективность нам помогут эти ленточки. Через некоторое время мы проведем вторую обработку, когда побег уже отрастет дальше. И точно так же привяжем такие же ленточки. И потом уже в процессе вегетации, уже позже, мы сможем оценить, а какая же эффективность была Мировис, именно делая учет на тех листьях, которые попали под обработку. Наблюдая развитие парши с самого начала, можно сказать о том, что разлет спор с опавших листьев в этом году идет немножко с запозданием. Но сейчас прошли осадки, температура положительная и идет очень интенсивный разлет оскоспор с опавших листьев. К примеру, за последнюю неделю разлетелось порядка 18-20% всего зимующего запаса. Это нам говорит о том, что сейчас оскоспоры находятся на листьях и они ждут условия для прорастания. То есть ближайший дождь спровоцирует прорастание оскоспор и спровоцирует высокий уровень инфекции. Это мы должны принять во внимание и планировать обработки фунгицидами, которые способны справиться в таких серьезных условиях с этим заболеванием.